В следующем году в стране будет построено около 6 тысяч километров дорог. В правительстве состоялось подписание трехстороннего меморандума между компаниями «Казавтожол» и «Эстерн Электроник». Важным соглашением является расширение платных дорог республиканского значения в рамках программы «Нурлы-жол». Проект будет реализован в два этапа. Уже в следующем году планируется проложить 5700 километров, а в 2021-2024 годах 5300 километров. К слову, трассы Караганда-Балхаш-Алматы и Талдыкурган Калбатау, Усть-Каменогорск будут платными. Сумма на реализацию дорожных работ составляет 25 миллиардов тенге.